Свои полезные подарки в эти дни подготовили и сотрудники МЧС. Они присоединились к акции поздравления от Деда Мороза. Вместе с красочным письмом и мягкой игрушкой в виде символа 2018-го от сотрудников почты маленькие минчане получат книжки-иллюстрации с правилами поведения в чрезвычайной ситуации. В очень понятном и доступном формате там объясняется, что нужно делать ребенку в случае, если он остался дома один, в случае, если вдруг возник пожар, кому нужно звонить и как поступать. Услуга поздравления Деда Мороза оказывается по всей территории Республики Беларусь. Не только жители нашей страны, жители дальнего и ближнего зарубежья могли в этом году оформить заказ на поздравление Деда Мороза. В прошлом году поздравления получили более 35 тысяч детей. Сбор подарочных наборов начался еще в конце ноября. Так что приятные сюрпризы уже давно разлетаются по всей стране и за ее пределами.